Я встретил девушку. Да ты постоянно их встречаешь. Она особенная. Таких чувств я никому прежде не испытывала. Хочется верить, что вы будете жить долго и счастливо, но не всем так везет. Вам же повезло. Все не так просто. Наш первый поцелуй был обещанием счастливого будущего. Вы думаете, у нас получится? Мы с ним такие разные. Люк, завязывай с этим. Как бы в следующий раз не пришлось забирать его из морга. Я этим живу. Это мой хлеб. Как тебе помочь? Я не могу быть человеком, который в один прекрасный день может уйти и уже не вернуться. Обещай, что вернешься. Обещаю. Скотт Иствуд, Британи Робертс. В мелодраме «Дальняя дорога». На телеканале «Новый мир».